Они уже знают фундаментальные законы физики, с легкостью отвечают на вопросы о магнетизме и разбираются в звездах. Все это воспитанниках Ульяновского детского сада номер 186 «Волгарик». Так же, как и взрослые ученые, маленькие Эйнштейны серьезно относятся ко дню российской науки. Мы ежегодно проводим День науки, поскольку дошкольное учреждение является стажировочной площадкой областной по развитию интеллекта детей дошкольного возраста. Мы в течение многих лет занимаемся формированием основ инженерного мышления у дошкольников с помощью теории решения изобретательских задач. «Волгарик» посещают 399 детей, в учреждении 12 групп. И пока самые маленькие делают первые шаги в науке, старшая группа отмечает праздник. В этом году для ребят приготовили космическое представление. По сценарию в детский сад экстренно высадили сказочные персонажи с планеты Сириус. И чтобы улететь обратно, им необходимо собрать космолет. Помогают космическим путешественникам в этом деле воспитанники детского сада. Робокары, симки и робота – студенты-актеры Ульяновского государственного университета. Институты дошкольные учреждения устраивают совместные представления, тем самым развивая систему непрерывного образования по принципу «детский сад, школа, вуз». Для нас это интересно всегда с детьми, очень здорово. Даже если они находятся не рядом с нами, а в другом кабинете, но все равно мы чувствуем их энергетику. Ну да. Они будут нам кричать, я надеюсь на это. Вот, поэтому... Конечно, да, подарите ребятам счастье. Все представление проходит в формате цифрового квеста. Каждая группа следит за приключениями мультяшных героев через видеосвязь и выполняет разнообразные научные задания. Каждый правильно выполненный научный эксперимент дает доступ сказочным пришельцам к элементу космолета. И вот цифровой квест подходит к концу. Ребята выполняют последние задания. Фишку, с помощью, чтобы открыть, надо было перевернуть, потом обратно, а потом обратно вернуть, Мы находимся в определенных условиях, и мы не имеем возможности пригласить родителей для того, чтобы они вместе с нами провели этот день. Самое главное, что у нас была возможность онлайн включения родителей и родителей воспитанников всех старших дошкольных и подготовительных групп, сегодня наблюдая за тем, что происходит в дошкольном учреждении. Также родители помогли создать игрушки для тематической выставки, которая развернулась на первом этаже садика. Все экспонаты сделаны, опираясь на законы физики. Здесь и гидравлический экскаватор, и зеркальный столик с эффектом бесконечности, и реактивная машина. Есть даже робот-жук. Рената Алиулова, Юрий Ломатов. Новости Улправды ТВ.